О, доброе утро! Добрейшее утро пятницы! Пятница, моя любимая! Давайте, дети уже за это. А чем же она хороша? А я расскажу. Ну, мало того, что это пятница. Это прекрасный день. Когда я вечером поеду после работы, куплю себе пивка. Ой, так еще сегодня меня малая разбудила в 6 утра. Не, она-то уснула, она, конечно, прекрасна. Ей хорошо. Только я уже не уснул и решил уже вставать. И ехать на работу раньше. Солнце даже толком не взошло. Ну и на работе, наверное, прекрасно. Мы сегодня... Начинаем фазу тестирования. Проделали колоссальную работу за предыдущий месяц подготовки, которую похерили нам всю нафиг. И в итоге нам тестировать хрен да ни хрена. Ради бога, отлично. Прекрасно. Прекрасно. А знаете, чем еще прекрасно? Тем, что завтра суббота, и завтра я иду бухать. Поедем в гости к Юле, моему менеджеру. Муж ее, Саша, конечно, красавчик. Вот он мне нравится. Вот он по делу, по существу, вообще коротко, лаконично, как выстрел. Пишет: здорово. Я ему: привет. Бухать будешь в субботу? Я пишу: буду. Спрашиваю: формат? В скобках. Пацанячая тема или семьями? Он пишет: семьями. Я говорю: отлично, договорились. Он такой: ну все, детали сообщу. Отлично вообще. Три фразы и все на мази. Так что завтра вечером мы едем в гости в Хиллсборо. Ох, в говно. Вот. Все, нечего тут стоять на светофоре. Вот такие вот у меня сегодня планы на пятницу и на субботу.